Так, уважаемые дамы и господа, в общем, любі друзі, зараз ми будемо розповідати про площу Таксим. Чого, только пошло? В общем, это площадь Таксим. Площадь Таксим плавно перетекает в Истикляль. Это центр, современный центр города. Здесь располагается все современное в плане зданий, в плане молодежи, в плане бесконечных дискотек, круглосуточного веселья. Бесконечного веселья. Это память играть не всего отцу народа Турции, да, Ататюрку. Я могу ошибаться, вы уж простите меня, но вот у меня такое ощущение, что здесь все, чего здесь нет, все, что здесь происходит, все, что здесь происходит, все, какие памятники не установят здесь, все они называются отцу народа Ататюрку. Они все здесь. Куда ни сунешься, везде будет картинка, фотография, все что угодно. Ага, вот полиция проезжает. Полиция, кстати, здесь повсюду. На входе в любое здание стоят металлоискатели, детекторы. Постоянно всех проверяют. Вот, исторический трамвайчик развернулся, сделал круг. И пойдет сейчас дальше по улице Истикляль вниз, по променаду. А вот и плавно перетекает в Истикляль. Улица плавно перетекает в Истикляль. Сейчас трамвайчик завернет на эту улицу. Она прямая, она уходит. Это вот самый центр современного города. Центральный памятник в Стамбуле. А он воробей на голове видно попал. И наконец-то. Освободительная война. В общем, картина, ну, очень интересная. Не просто статичная, а передает краски произошедшего события. Да, в общем, памятник, отражающий период становления Турции до современной культуры. И, кстати, воробей сел на руку. Если видно, сидит воробей.